там предприниматели. Минская область, в Минске опрашивают 140 человек, а в областях, как правило, по 70. Это руководят этим союзом. Они получают дополнительно. И вот, опять-таки, даже маленький сдвиг от вопроса уже другая, то есть у них сегодня, да. Вот вся иерархия проблем есть, она выложена. Как бы бери и решай, отвечай на эти вопросы в политическом контексте, да? Но нет. Или приходит лидер одной партии ко мне, все партии, как правило, Владимир Николаевич, почему предприниматели мне не помогают? Ну я же вот, я тут вот, да, социал-демократ, там, и так далее, и так далее. Я говорю, вот наша национальная платформа. Посмотрите, что мы вот на этот... Вы можете инициировать, это сейчас актуально, все об этом говорят, и это позволит вам. Чего они хотят? Они хотят продвинуться, продвинуться карьера, да, обещать ему хорошую карьеру. Да, вот. Да. Или сохранить свое кресло, или двигаться по карьере. Ну не просто карьера, да. А получим опыт. А вот он нам сделал. Вот и за фамилия. Спасибо. Для него это может быть негативно. Давайте я все прочитаю, потому что не все знают. Значит, четвертый пункт, это, видимо, тоже при продвижении каких-то программ. И отсутствие единого мнения по принципиальным вопросам. Павел, я бы вот эти пункты, там, где у нас агрессивно нужно, и там, где не агрессивно, просто объединил бы отсутствие тактики. Вот, так это, а это уже связано с не тот язык, либо не там. Уместно будет говорить, надо как бы достигать своей цели и кнутом, и пряником. Да. То есть, когда... Вначале похвалил, да, нифига не понимает. Пряника даешь, он не сладко, не хочу, тогда уже кнутом. А с другой стороны, когда у нас есть вот этот процесс освещения каждого шага, понимаете, мы иногда, в чем наша проблема? Мы больше делаем, чем доносим через вот прессу, через освещение то, что мы делаем, понимаете? И это привлекает, когда мы это... Наша задача подготовить людей, чтобы они проголосовали за пролиберальную политическую силу. Как нам надо? Есть у вас пролиберальная политическая сила? Нет. Нет, у нас написано, нет консолидации среди сторонников реформ. Это реально. Тогда, я думаю, не на часе, как у нас говорят, и работать с населением. Нет, уже естественно, но у нас этого нет. У нас нет консолидации лидеров. У нас лидеры не подготовлены, ни на район. Дальше мы начинаем. А дальше вот конкретно по-моему. Вот то. Ну это вот, это когда вы все сделали. Вот мы говорим, надо сформировать общественное. Нет, у нас ошибки. Это то, что мы не делаем. Не было этих действий. Не было, да, действительно. Если не выступаешь, не говоришь, не кричишь. Что конкретно мы не делаем? Да? Мы не ввели разъяснительную работу. Каким образом можно вести передачи, публикации, личных разговоров, коллективов? Конкретных ситуациях, когда нужна юридическая помощь, в том числе, и она, это, конечно, есть, но это... рублей. Мэрия Минска. Вот, дескать, они на этом месте, торгово-развлекательный центр построят, будет все там и так далее, и так далее. Эта компания работала и под Брестом, она работала и в Гомельской области, там система логистика и так далее. Мы просто разметали и 5 раз оборудование поменяли, в итоге не коллектива, всех разметали по точкам, по разным, да, и сообщество распалось. Когда они пришли к нам, да, вот союз, мы, так сказать, ребят, совет рынка, они были больше в союзе Шумченко, большинство были. Там группа какая-то была, союз Шумченко. Я предложил Шумченко, говорю, слушай, ну давай мы этот рынок возьмем и построим на любом месте, сделаем, мы возьмемся, почему не сделать наш там белорусский чертизон? Есть сегодня, у меня есть 20 человек инвесторов готовых, давай подыщем ребят, сделаем и покажем, что мы можем чего-то. Не ляпать, забастовки делать все. Нет, создание это не мое, я политик, я будущий президент, я должен себе рейтинг, мне нужны протесты. И вот действительно это удалось. Вдруг бастовали все рынки Минска, и Ждановичи, и поддержка, и то, потому что несколько лет лихорадило. Как там работал и комитет, и прочее, все.
Потом мэр Минска говорит: Владимир Николаевич, а у нас надо построить бизнес-центр. Нашему союзу хотели такой центр, здание, так сказать, и так далее. Вот. И мы пришли, нам нужен кусок земли. В любом месте, но в таком, чтобы там построить 5-6 этажей, сделать республиканский центр поддержки предпринимательства. Каждому союзу по этажу, с сервисами и так далее. Вот. Тогда мэр говорит: мы дадим вам там участок земли, подберем, но постройте, перенесите рынок Чернинский. Иранцы тоже дадут деньги на перенос. В итоге они не дали ни копейки, ни на перевоз, ни на строительство. Вот мы создали компанию, организацию инвестиционную, подписали инвестиционный договор с мэрией. Вот, нам выделили площадку, как оказалось, бывшая гора мусора, невероятно, думали 500 тысяч, реально 3,5 потратили. Вот в районе парка Лошицы, вот такое место Маяковского, вот это все. И мы стали полностью, выгребли ту землю, сделали, короче, работы, обошлись, кредит взяли на Кипре. Тогда трудно было, по 12% годовых, но первые 4 мы не платили, мы взяли на 8 лет. В этом интерес был. И акционеры впервые, сами союзы, Русский союз, Минский, Конфедерация, вот, и РРБ-банк вошел к нам, это член конфедерации, так сказать. И мы создали еще две маленькие сервисные компании, думали, что стоянка будет обслуживающая, да. Вот. И вот стали работать. Сделали, все построили. Чиновники сказали, мы не верили, что предприниматели, это впервые в истории. Союзы построили рынок. Новенькие, открыли его, решили, ребята, давайте сделать рекламу, это же история. Рынки все закроются в стране, будет один рынок музей. В перспективе другая будет история его. Показ этот рыночной истории и так далее. Государство дала Лена. Поэтому вот это один шаг для того, чтобы. А у государства уже у местных служб нет денег. Все. То есть как бы дошли до ручки. Как вам она налогов не платят? Поэтому. Потому что у нас будет, потому что инфляционные фонды уже говорят. И нам говорят, все, вот вам дом, вот вам дедлайн, время до конца года, чтобы если вы не сформируете. 4 утра будила, показывала мне жировку, что ее квартира стоит полтора миллиона. Она мне 4 утра будила и показывала мне. Лена, смотри. Ну, если полная стоимость квартиры, она одна, понимаешь?